Вот что у нас сегодня на завтрак. Разномастные блины, потому что три разные сковороды. И получились блины трех размеров. Классный рецепт. Обычно у меня блины вечно не получается, что-то мне не хватает. Всем привет! Собрались мы проехаться по магазинам. Нужно купить кое-что из одежды, может быть, каких-то продуктов. В общем, приглашаю вас проехаться вместе с нами. Мы поедем в Маршалс, Белк, Росс, наверное, такие недорогие магазины достаточно. И там хороший выбор одежды, в том числе брендовая одежда. Но мы за брендами не особо гонимся, но магазины приятные и очень большой выбор. В общем, мы уже почти оделись, собираемся, выходим и едем. Это мы едем в городок Линкольн. Там у нас все эти магазины. В Хантерсвилле есть Маршалс, Росс есть в другой стороне, а чтобы все вместе были, плюс еще и хороший Белк, это нужно вот 40 минут практически ехать. Мы специально приехали в будни, чтобы увидеть такую пустую парковку. Там стоит пожарка и обслуживание пожарки машина. Там Росс, Белк и Маршалс большой, он то голубой. И что-то еще тут есть посередине. 60 от Прайса. Здесь нет, что это такое? Лянь, Виталь, потрогай это. Что это такое? Кабана. Как папа. Майки Кабана. Как папа танцует. Папа, как ты танцуешь? Какие интересные сумки. Они из... Короче, как гнущаяся пластиковая корзина. Валь, глянь, какая. Сюда... Залазь. Потрогай их. Они тяжелые, они просто как корзина. Тебе идет. Валя идет. Валя. Нет. Это пляжная. Это, наверное, непромокаемая, чтобы сложить туда вещи такие после. Молодец. Теперь положи на место. Здесь можно полотенце купить. Да, это пляжное полотенце. Это все для пляжа. Раздельчик. Такие сумки классные. Пенек, ароматическая свеча. Интересный стиль. Что там внутри? Он плотный такой. А, это ланчбэг. Это для ланча, Валь. Это платье, плюс еще и эта корзиночка. Вале купим на кухню такую кастрюльку, да? А, Валь, лучше поставь, это, по-моему, оно разбивается. А что это такое? Это, наверное, как кокотница для, типа, для грибов там, с сыром. Эй, все, аккуратно, я думала, это железное. Это разбивается. Мы уже в Маршалсе. Это мы в Маршале, здесь можно попить. Ты в школе так пьешь, да? Нет. Это вы вот тут? Вот это не работает детская. Ну все, пей, сколько тебе надо. Ты умеешь уже пить, не обливаясь? Не очень, да? Какая странная... Что это вообще? Витрина. Витрина черепов. Back to class. Класс. Глянь, Виталь, $8 шорты. Шлепочки такие можно. А почем такие? На пляж, да? Может, когда-нибудь мы выберемся на пляж. Цена $10 стоит. А я тебе вот такие хотела. И, кстати, такие даже дешевле, $6. Вот, чтобы эти, а в этих удобнее. А какой размер? Кепка стоит $6. Итак, $3. Была 6, стало $3.
Что-то сегодня платьев нет. Мы приехали за платьями. Вот тут раздел. Только вот такие праздничные. И все. Куча шорт. А может, с той стороны платьица? Валька. Все, Валя нашла уже себе наряд под кепку. Валя уже купила кепку себе. Ну. Да, великолепие. Здесь продаются вот такие комплекты. Причем вот этот вообще интересный. $17. Сюда входят очки, футболка, пакет, еще что-то в таком пакетике. Ну и юбка. Целая коллекция. Интересный набор. И на рукавнике. И вот еще такая штука надевается. Куда она надевается? На это? А, это совместное, это слитное, она, наверное, пришита вместе. Это все вместе надевается и плавается. Майки классные. Все блестит. Всего $6. Вот ерунда какая-то просто. Синтетика, сетка. Все, не нашли мы платье Вали. Платье разобрали. Мы были здесь в мае, и тут было платье в вагон. Вот $7. А, это годик. Годик, 3 годика. $4 всего, да? Давайте возьмем. Вот такую хочу померить. Кофточку. А это очень маленькая. Это я прямо отсюда вижу, что они очень маленькие. Это кроксы по... $30. $24. Средняя цена $24. Да, 24, прям все. Плоская, что себе отбить. Ну, красивый шлепок. Тоже $24-$25. И много через палец опять, тоже по 25. Скетчерсы. Скетчерсы 40. Так, пока я нашла себе только один вариант. Через такой палец, у меня палец не пролазит. Смотрится интересно, но я не могу сюда засунуть. Видимо, у меня большой палец огромный. Это огромный. Тяжелый такой, весистый тапок. Все, нам понравилось. Нам с Валей понравилось. Стоит $17. Можно под джинсы, под что? Под шорты. Под все, что хотим. На, неси эту штуку. А как сказать, я беру это? Как сказать по-английски? Thank you. Thank you. Так, хочу опять себе для волос. У меня сыпятся волосы. Здесь куча вот этих касторовых. Не нужно. Репейная. Нету репейного. Вот. Black Castor. Мои сережки дома. Валя хочет сережки. Ты сережки хочешь себе? Мы вышли из Marshalls, а теперь идем в Ross. Мы купили. Нас... Да. Я покажу. На $41 биотин для волос. Мы купили кепку Вале. Мою блузку и круг. И все на $40. Последний магазин посетим. И все. Может, купим еще продукты. Заедем. Перепады температур. В магазине холодина, а на улице все-таки духота. Опять эти острючие, колючие. Листья, Валь, смотри, какие они. Они как остроконечные, как звезда. Ну, не как звезда, конечно. Они очень колючие. Вот такое платье нашли. Сколько оно стоит? $8. Померяем. Нашли комплект платьев. Комплект. На 7 годиков. $10, 2 платья. Тебе как раз 7. Да. Люблю тебя. А это мальчик и девочка. А может и две девочки. Так,
покрутить, Валька. $8 с этим, с интересной спинкой. На спинке вот какой вырез. Не купили мы ничего в Росе. Валя расстроилась, потому что мы нашли платье. $7, два платья. Но оно полностью из синтетики, полностью из полиэстера. Это очень плохо. Сейчас едем в Walmart. Мы часто ездим за этими, за продуктами. Вроде закупаем сразу все необходимое, но периодически заканчивается то молоко, то картошка. Вот. То какие-то хозпринадлежности. Нам нужна и туалетная бумага, и утюг хотим посмотреть. Потому что до сих пор я без утюга. Заехали подзаправиться. Заправка Марафон. Короче, на этой заправке 3,08 за галлон. Все, Валя загорает в Walmart. Тебе не, попе не холодно в железной тележке? Набрали фруктов, черешни, яблоки. Пойдем. Пойдем огурцы возьмем. Кукумба какая-то плохая. Это вообще очень плохая кукумба. Что-то мне женщина сказала по поводу огурцов. Я только поняла, что они, видимо, плохие. Все, больше я ничего не поняла. Кушать? Садись в тележку, я тебе дам печенька или что. Два арбуза, яблоки, картошка, черешня. Эти помидоры, огурец. Такие возьму маленькие. Мини-кукумберсы. Запасаются арбузами. Наталья, вы решили арбузов набрать, да? Капуста почему-то только органическая. Другой я не нашла. Наборщик. Сколько у вас арбузов? У нас это телега не поедет. Я перец не нашла еще. Нравятся перчики такие маленькие. Удобно. Салаты. Лук заканчивается. 68. Нутелла $10. У нас есть варенье еще, Виталь? По традиции иду за мясом. А вот мясо. За курицей. Почем курица, Валь? А? Вот такая вот курочка. По $2. Такой уксус. Уксусом волосы полоскаю. На. Написано 7% жира. Вот. Все написано. Ground beef — это что такое? Это говядина или свинина? Здесь 450 грамм. Ты маленькие взял? Но все равно ее греть. По $11 маленький кусочек. Не все по 11. А, есть по $8, есть по 11. Микс омега-3. А, там еще и семечки. Ты семечками взял, да? Там мелкие семечки. Орехи, пекан. Все, Валя выклинчила киндера. Палочки. Они ж пустые. И банка. Опять у нас этих. Арахиса. От него пичка. Это я... А, еще опять эти фисташки вы взяли. Ну, мне кажется, у нас еще остались старые фисташки. Первый сайз. Это family size. А нам надо для вечеринки. Джус. Джус-джус. Такое мы еще не пробовали. Такого цвета. А, и вот еще. Есть еще и оранжевое. Короче, оно всех цветов. О, я нашла килограммовое. Килограммовое, но, наверное, оно все быстро... Это такие, как с начинкой. Ух ты. 2,42. Сколько оно стоит? Посмотрим, сколько стоит. $4-5. Мы смотрим рыбу. Рыбу хочется какую-то. Что за... Ну, тилапия вообще считается мусорной, да? А вот какое-то филе. Виталь, вот какой-то свой филе. Что это за рыба такая? 2 килограмма. А, ты креветки взял. Рыбу взяли такую странную. И южноазиатский какой-то сом, что ли. 2 килограмма и муку. Валя выбирает себе еду. По красоте, да, Валь? С розовым динозавром.
Это рыба, я не знаю, что за рыба. Белая. Pain Redividing. Надо перевести, что это за рыбка. Большая овсяночка. Это этот сиропа, наверное. Да, это сиропы. Вот такие есть. Никто не ест салатиками. Я не знаю, они все одинаковые. Вот просто выставлено по 2,50. Я думала, это разные, это все одно. Все такие. Удобно, что тут это как в зип-пакете можно застегнуть. Наша колбаса любит. Ты взял эту куриную, да, опять с индейкой? Вкусная. Две упаковки. Нам нужно для мытья посуды мне. Это какой? Это раздел с пакетами. А, туалетную давай возьмем. У нас там 3 рулона осталось. Такой самый вкусный мне. Для меня. Так. Мне еще надо, я возьму себе этот на маску. 226 грамм, и здесь 226. На, отнеси. Все. Валя дошла до ручки. Так, мне нужно сметана и творог. Сметана. Смотрим на срок. Сентябрь. Творог. Тоже до сентября. Теперь беру всю ромашку. Давай, пойдем. Холодно. Будем думать, что это для посуды. $2 средство. Лила и Стич. 2 платья. За $7. Возьмем мерить? Возьми следующий размер. Да, это 6 эска. У тебя эска. О, видишь, можно выбрать. 7-8. Вот такой еще возьмем. Это Йода, малыш Йода. Это Star Wars. И Лол. Вот такой будешь? Будешь таких мерить? Так, ну это мы все одинаковые взяли размеры, да? А вот эти платья почем? А это $12 за штучку. Нам интереснее 2 штучки за $7. Остальные не настолько. А вот еще маечки здесь в Walmart по $4. Валь, вот Леди Баг. Будешь мерить такое? Утюги. Такой возьмем $17, Hamilton Beach. Все взяли за $20, что-то было тут, Виталий, Iron Express какой-то. Такой возьмем, да? За 17, да, мы взяли шампунь, 5,88. Тут шампунь, кондиционер, пошли. Body wash, без слез. Закончился хлеб, придется взять батон, $1.47. Короче, выбираю эти, я не могу, я уже полчаса с ними хожу по всему магазину. Пончики $6, так. Все, больше хлеба нет, только вот этот и все, $1.47, вот такой вытяни. Какой? А, да вот, вот этот повыше, ага, возьми его. Что у нас, мороженое появилось. Мы будем целый час пробивать это сами, да? Продукты на вот эту сумму. $4.50 такса на... Товары и утюг, и того утюг, всякие шампуни $70, того 370, много. Вот так выглядит наш багажник. Это мы сложили сиденья, здесь хранится Вален велосипед все время. Это мы сложили еще один ряд. Набрали полный багажник, пришлось вызывать детей с
старших сыновей, чтобы они помогали нам таскать все это. Устали очень сильно. Сейчас будем разбирать, кушать курицу салатом и отдыхать. Все, всем пока, всем хорошего вечера, дня, всего самого лучшего, доброго, пока.